Hello, freak bitches. Мы как-то это хотели сделать, но не стали. Не оправдывайся. Мы тусовались. Тусовались? Нет. Мы записывали подкаст, но было похоже на тусовку. Шейн Гиллс, Марк Норман и Ари Шафир. Я слушал его утром в зале. Осторожно, когда откроешь мешочек, пойдет неприятный запах. О, господи. Это нюхательная соль. Нужно закрывать глаза и нужно нюхать, а не вдыхать. Братан, уже капец как несет. Поэтому дома ее не храню. Причем упаковка запечатана. Это нюхательная соль. Можно разок попробовать? Ну, разок не получится, как только откроешь. Такая тема. На один из подкастов ко мне приходил пауэрлифтер Роб Кирни. Мы с ним говорили о нюхательной соли. Это гей-пауэрлифтер? Да, в Инстаграме у него написано «самый сильный гей», и он рассказывал нам. Господи. Пиздец, жесткая штука. Он рассказывал нам о нюхательной соли. Мы говорили о том, что для него это важная штука. Его даже спонсирует компания, которая производит нюхательную соль. И мы с Джейми прикупили нюхательной соли. Открой мешок. Кстати говоря, упаковка наглухо запечатана. Ну хорошо. Но когда откроешь мешок, ты почувствуешь этот пробивной запах. Тут на упаковке логотип из фильма «Пила». Штука опасная. Нюхни. Вау. Вау. Ага. А ведь упаковка запечатана. Теперь заживем. Полностью все запечатано. Думаю, нам стоит открыть. Нам можно открывать ее в комнате? Да ладно, мы справимся. На упаковке предупреждение не нюхать более пары раз в день, так что... Слушай, этот запах... Я хочу, чтобы вы знали, ребята. Запах и так пробивной. Но упаковка... Вы слышите? Это Тео распечатывает упаковку из пластика. Она была закрыта наглухо. Сейчас я нюхну пару раз, приготовьтесь. Давай, понюхай. Только не просыпь. Да, вроде как она должна быть в упаковке, ее нельзя пересыпать. Надо потрясти, наверное. Просто нюхни. Они нюхают это перед подходами. Ты в порядке? Это что они там поднимают? Штанги поднимают? Не надо было тебе. Перед тем, как пожать ёбаную вселенную или потянуть собственное будущее, окунись туда. Поднеси баночку к своему прекрасному лицу, Джо. Даже на расстоянии ее тяжело держать. Она дает такой эффект, когда нюхаешь перед подходом, она дает... Толчок нервной системе, так? Думаю, в этом прикол. Ты обо всем другом забываешь, наверное, я без понятия. Давай, как следует занюхай. Бум! Господи! И Оливейра падает! Охереть! Тебя потрясло? Господи! Господи, так по голове бьет! Никогда бы не подумал. Возьми с собой на UFC. Взять с собой на UFC? Вдруг кому-то понадобится. Тебе крышка нужна? Господи, дай мне мешок. Зря мы это сделали. Хочешь попробовать? Давай разок, я вам верю. Да не так уж и плохо. Это не больно. Это хуже того пойла. Нюхни, Джейми, все будет нормально. Ты взрослый человек. Моя подруга Меган привезла нам алкоголь из Мексики. Он был будто скипидар, его поджечь можно было. Неплохо, да? Совсем неплохо. У меня слезы пошли. У меня один глаз слезится. Что в ней, аммиак или что? Я не знаю, что это за херня. Это ведь камни. Роб нюхает это говно перед подходом. Когда у нас в школе кто-то блевал, потом мыли, и такой же запах будто был. После уборки. Не, это другое. Это же камни какие-то. Это нечто более сильно действующее. Ты в порядке? В порядке, надо запаковать. Это точно. Держи мешочек. Вот черт. Мне достаточно, детка. Роб нюхает эту дрянь перед тем, как поднять над собой 200-килограммовое бревно. Могу поверить, у меня реально будто в голове прояснилось. Думаю, такие штуки делают коренные американцы. Как думаешь, может, стоит этим занюхаться перед своим выступлением? Не знаю, мне кажется, ты будешь слишком обособлен от своих мыслей. Такая дикая штука. Ага. Тебя аж передергивает. Вещь хорошая, спасибо вам. Думаю, что все пауэрлифтеры используют эту штуку. Вроде как все, нет? Большинство, да. Это важная вещь. Я видел этих парней, им иногда специально бьют по роже. Подружки раздают пощечины. Есть куча таких видосов. Чтобы щеки были тверже. Это как та штука, которая приводит в чувство, если кто-то теряет сознание. Да, прям то же самое. Точняк. Вот это меня точно разбудит. Если я умру, оно меня вернет к жизни на пару минут. Вау.
Господи боже, вот теперь мы вернулись. Вернулись? В моем носу до сих пор осталось. Когда я глубоко вдыхаю, до сих пор чувствую. Представь, насколько малы эти частицы, что они застревают у тебя в носу. Причем саму соль мы не высыпали. Люди не видели. Ты заметил там маленькие камни? Да. Но я вовнутрь не смотрел. Там кристаллы. Я тебе верю. Я не смотрел. Я немного к себе потянул. Я не подносил банку меньше 10 сантиметров от носа. Запах как будто до сих пор витает в воздухе. Точняк, мне нравится. Оно в носу. Да. О, боже. Знаешь, а мне даже немного понравилось. Я могу иногда маркеры нюхнуть. Мне нравятся маркеры. Я могу раза три нюхнуть газовый пыльник. Это слишком мало, чтобы себе навредить, так что я готов рискнуть. В маркерах что-то есть. Вкусный запах. Да, я даже думаю... Открываешь крышку... Отличный запах. А затем кому-то улыбаешься. Мое любимое занятие. Тебе нравится запах бензина, когда заправляешь машину? Чувак, мы однажды заставили парня выпить бензин на хэллоуинской попойке, потом этому пацану Тоду желудок промывали. Зачем вы это сделали? Я не знаю.